Басня Ивана Крылова «Лань и дервиш», читает Павел Беседин. Молодая лань, своих лишась любовных чад, еще со сым мляком имея отекчений, нашла в лесу двух малых волчинят и стала выполнять долг матери священной. Своим питая их мляком, в лесу, живущий с ней одном, дервиш, ее поступком изумленный, «О, безрассудная!» — сказал, «Кому любовь, кому свое млеко ты расточаешь? Иль благодарности от их ты роду чаешь? Быть может, некогда, или злости их не знаешь? Они прольют твою же кровь, быть может». Лань на это отвечала, «Но я о том не помышляла и не желаю помышлять. Мне чувство матери одно теперь лишь мило, и молоко мое меня бы тяготило, когда б не стала я питать. Так истинная благость без всякой мзды добро творит. Кто добр, тому избытки в тягость, коль он их с ближним не делит».